Итак, всем привет, с вами снова Миха Дарк Драгон, и мы продолжаем проходить серию плохих снов, и на очередь у нас глава под названием Грейвьярд. Не помню, что это такое, но, по-моему, грейв — это трава. Наверное, это кладбище, да? Ну хорошо, давайте посмотрим, что нам тут надо будет делать. Да, в предыдущем Bad Dreams мы себе сварили похлебку из палец. А что в этот раз, я не знаю. Тут вот у нас есть... кладбище PlayStation, видимо. Тут треугольник, круг и квадрат. Еще крестик там, наверное, затерся где-нибудь. Но PlayStation сейчас держится, ребят. PlayStation сейчас не закопали, ладно. Так, что же у нас тут? Ворона. Вот это ворона, блин. Мертвая пчела, нифига себе. Так, больше ничего нельзя подобрать. Блин, я ведро пролил. И колесо упало. Черт. Что-то можно было подобрать, погодите. Что-то музыка немножечко громкая, блин. Ой, бляха-муха. Ай! Что тебе надо-то? Пошлите-ка отсюда подальше. Так, ребят, что у нас тут еще есть? Не-не-не. Так, может быть, в тебя камень кинуть, птичка, нет? Так, вот здесь мы еще не были. Здесь паук, смотрите. Блин, стой, куда ты пошел? Там же можно было пчелу применить. Стой, обратно, как обратно? Блин. Во. Empty jar. Не знаю, что такое empty jar. Ой, блин, как неприятно это было. Подобрали мы с вами еще плюшевую мишку. Но плюшевую мишку, по ней надо будет отдать ребенку, который плачет, да? Все, в принципе, логично. Так, что у нас тут? Нет мишки. Хотят открывать, не хотят, ладно, фиг с ними. Ты не хочешь мишку? Да ну. Так. И что же мне делать? Оп. Муху поймал зачем-то. Пока я не вижу логики во всем этом, но... Хозяева, открывайте! Блять, твой... Да ш... Нихера себе! Сука, клоун! Не, я реально напугался, что за фигня? Это что такое? Что это такое? Ладно. Даже страшно об этом думать, что это такое, но... Это выглядит очень странно. Я, конечно, сейчас на это бурные фантазии, но не хочу об этом говорить. Это будет немножечко пошло звучать. Так. Так, что у нас тут еще есть? Мишка. Тут явно не любили мишек. И все. А, ручка. Так, а ручку я знаю, куда применить. Сейчас мы пойдем снова обратно. И тут у нас была где-то дверь. Вот, без ручки, которая... Ой, батьки. Мишка. Это, как в Америке любят эти чаепития дети устраивать. С мишками там, с игрушками, ну, в общем, в этом всем вроде. Я начал описывать, смотрите. Санё на кровати лежит. Так. Девка, хватит меня так смотреть. Мне страшно. Че ж тебе... Надо тебе там муху съесть. Мне не надо муху есть. Правильно. Так, нет, стой. А там что? Опять рыба. Нет, я похлебку больше не буду делать. Сердце. Твою мать. А где девочка? А где девочка?
Эл! Почему я сердце не могу взять? Так, что мне дальше делать, я пока не могу понять. Может быть, мой... ГФ. Что это такое ГФ? Не знаю. Не знаю, что по-английски значит ГФ. Если что, напишите в комментариях, но, блин, не знаю. Так. Да может тебя закинуть камнем, я не знаю, блин. Что с тобой делать-то? Вот для чего нам уже столько вещей, я не понял, немножечко. Камень какой-то, блин. Ой! Убили... ладно, как. Убили нечто. И дальше что? Для чего я это сделал? Ну окей. Нет, не окей. Тут явно что-то не так. Нет, а почему я раньше мог ходить? Дальше сейчас не могу. Что за фигня? Что мне взять надо еще? Почему рыба не берется? Ну явно уже прям так виднеется рыба, а не берется. Ой! Вот это неожиданно было сейчас. Опа, здравствуй, этот как там? В сказке этот дровосек, чучело или кто там был. А, кстати, похоже, тебе нужно сердце, а тебе нужен мозг, да? Не, нахер тебе нож, тебе нужен мозг, ты что, издеваешься? Тебе, наверное, сердце нужно, но я сердце почему-то не взял. Оно почему-то не бралось, мужик. Я не знаю, в чем дело. А, это же какой-то шморг вообще. Вот же оно, сердце, почему я его взять не могу? Странно. Зачем еще ведро пролили? Вот в чем вопрос. Корабля. Тоже не берется. Блин, тут много чего выделяется, а брать нельзя. Empty jar. Я пустил туда муху, но зачем? Какой в этом смысл? Мишка. Что-то в этой главе любит мишек, заметил. Ура, с днем рождения, Новый год. Так, куда я попал? Смайл, улыбнись. Ага, сейчас. И что дальше? Да тебе нужен мишка, или не нужен? Так, ну все равно я не понял, для чего это нужно. Чё? Чё мне это дало? Может, надо еще мух булей насовать? Дальше что? Вот тут еще муха. Я это делаю. Да блин, да не к тебе мне нужно, мне сюда нужно. Так.
Так, давайте вспомним, где у нас еще мухи были. Вот у нас еще тут муха. Больше я не вижу мух. А вот еще муха. У вас нет мух? Не, у вас вроде нет. У вас более-менее гигиенично. Дальше что? Ну, загнала сюда муха, дальше что? Глупо как-то все это. Почему я сердце не могу подобрать? Я у вас что не видел еще. Вчера я ему нож-то дал, только я не понял. Так, ну давайте смотреть, что мы еще забыли. Мы явно что-то забыли. Опа. Куда мне это девать? Вуден хёт. Может быть, это пчелами закрыть, я не знаю. Точнее, мух. Нет. О, мне нужно вот он хет. Блад? Нихера себе. Твою мать. Все вороны мертвые, а дальше что? Почему такая тревожная музыка играет? Ой. Ё-моё! Чё-то эта музыка уже долбать начинает. Она, блин, громко ещё эта музыка. Не мешает немножко подумать, чё-то как тут делать. Зачем мне нужен Сикигу? А, погоди, есть идея. Ой. Замечательно. Мишка-малышка. Вот так вот. Все окей. Ну, в общем, с вами был Миха Дарк Драгон. Это была самая какая-то... Наверное, самая странная пока что из серии Bad Dream из двух. Ну, в общем, ребят, всем удачи и пока.